Полдень. На Красной площади Чебоксар все замерло. Знаменная группа выносит символ победы. Звучат фанфары в исполнении оркестра воинской части 3997. Сценарий парада практически не меняется год от года. По сути, он был написан раз и навсегда в 1945 году. Но каждый раз мы находим новые слова, чтобы еще раз сказать: «Мы помним, мы гордимся». Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, от всей души поздравляю вас с 68-й годовщиной Великой Победы нашего народа над фашизмом. И этот праздник является ярчайшим символом народного единства, несгибаемого мужества, героизма и беззаветной любви к Родине. День Победы – праздник, который в нашей стране вызывает одинаковые эмоции абсолютно у всех граждан, независимо от возраста. 9 мая 1945 год. Все дальше и дальше от нас эта дата. Но мы помним, какой ценой досталась нашим дедам Великая Победа. Торжественным маршем в честь 68-й годовщины Великой Победы по Красной площади прошли более 1000 солдат и офицеров. Свыше 60 единиц техники, курсанты кадетской школы имени Кочетова, воспитанники детской полицейской академии, ветераны различных общественных организаций, сотрудники МЧС и других ведомств, женский расчет службы исполнения наказаний. Женская коробка на параде вызывает умиление. Между тем, в годы Великой Отечественной войны в армию и на флот были призваны почти 500 000 женщин. Впрочем, и многие участники этого парада в Чебоксарах тоже понюхали пороху в полном смысле этого слова. Второе состоит из сотрудников женщин. Возглавляет подразделение подполковник Малова Наталья Евгеньевна, награждена медалью «За отличие в службе». В одной колонне современная техника и машины, которые сошли с конвейера в 40-х годах. Легендарная «Катюша» и боевая установка, прошедшая реконструкцию. Главные герои этого праздника, конечно, ветераны войны, свидетели тех лет. Многие до сих пор переживают и помнят тот День Победы, как будто все это было сегодня. Я служил на Дальнем Востоке, на Тихоокеанском флоте. Там таких случаев не было. Кто-то флаги там бросал или еще что-нибудь. А наоборот, кричали везде: «Ура! Победа! Ура! Победа!» Вот это было самое главное. Папа, он раненый вернулся, он раньше вернулся, до окончания войны, чуть немножко раньше. Это очень такой был больной, раненый, и он очень плохо ходил. И вот когда узнали, что победа, в общем, да, он встал и пустился в пляс. И люди, вот все, представляете, это все выбегают на улицу, друг друга обнимают, плачут, а потом собрались, стол сделали вот на улице, такой длинный стол, и плакали, и рыдали, и радовались, и плясали. Все вместе. Такой день, тоже солнечный день, и это незабываемый день. И он остался в памяти и так далее. Вот. И в знак этого мы вот занимаемся патриотическим воспитанием в университетах, в школах. Рассказываем историю города, историю Великой Отечественной войны. У нас отец погиб, мать умерла. Вот мы остались двое. Сиротами. И все так жили. Отца дальше домой не отпускали, когда война началась. Сразу на фронт его собрали. Вот, он танкистом был. На Курской дуге воевал. Мне 85 лет. Тогда я молоденькая была. В 45-м году мне было 15 лет. А что помните? Что помню? Как голодовали, хлеба не хватало. Очень много мучились, но все равно вышли. Были на работе, на железной дороге. Все бегом домой. Победа, родители придут, отец придет. Радость. Все бросили, кто как. Даже на место не клали. Там все, бежали домой. Не углядкой, можно сказать. Вот так, наша победа. Это народ ликовал этой победе. Ее ждали и дождались. Ну, конечно, многие не вернулись. Мой отец инвалидом оказался на этой войне.
Видеоверсию торжественного митинга и торжественного прохождения сводного полка Чебоксарского гарнизона, посвященного 68-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, смотрите в 20 часов на национальном телевидении Чуваши.